Привет, друзья, вы попали на канал Bob GTX, и сегодня мы пройдемся по новостям от Real Games, поэтому обязательно досмотрите видео до конца и поставьте лайк, погнали! Так, проверяю Twitter, и, ребята, я вижу вот такой пост, у нас опять голосование, кто еще не проголосовал, обязательно заходите, что же они у нас тут спрашивают? Я задал этот вопрос в прошлом году, 6 октября, какого типа обновления вы хотите от меня, независимо от того, что я сказал заранее, я подумаю о том, что вы все хотите. И многие ребята проголосовали, чтобы было больше блудлайнов, элементов, кинджутсу, а на втором месте новые игровые режимы и карты. Я считаю, это правильный выбор, нам нужны только новые блудлайны, новые ивенты, новые кинджутсу. И до сих пор вот так у нас получается 49% хочет, чтобы у нас было больше элементов блудлайна и кинджутсу. Это первый пост, если не заходили, обязательно зайдите, проголосуйте за кинджутсу, чтобы, ой, за кинджутсу, за блудлайны, кинджутсу, элементы, чтобы мы получили в следующем обновлении новый какой-то блудлайн. Конечно же, ивент у нас уже завтра, поэтому, я думаю, вечером будет уже обнова, и у нас будет новый уже блудлайн, конечно же, связанный с Кагой. Посмотрим, что это будет. Также разработчики вот показали такую картинку, это бой клонов Наруто, получается, сейчас мы переведем, клоны Наруто, и здесь у нас Кагуя, вот она маленькая тут, и они нападают, хотят подраться, но она будет сильной, она действительно будет бить, написали разработчики, походу этот босс будет очень сильный, и его будет очень сложно убить, но я надеюсь, что так и будет. Вот такие маленькие новости, если было интересно, ставь лайк, и всем пока, ждем обновления.